делаем вечер, посвященный капустникам театров. Мы решили сделать такую программу, чтобы объединить театры, чтобы посмотреть на творчество других театров, не только на сцене в плане драматического исполнения спектаклей и прочего, но в каких-то капустных неформальных моментах, чтобы театры себя проявили. Ну, так сказать, познакомиться, проявиться, подружиться, объединить все театры города Новосибирска, какие могли. Я решил сделать это все одним большим спектаклем. То есть есть определенная драматургия, которая от начала до конца идет. Через эту драматургию появляются театры на сцене. Мы знакомимся с театрами, мы рассказываем про театры, как это историческая справка, и потом театры сами себя показывают в неформальной обстановке. Сегодня у нас участвует первый театр, театр «Глобус», театр «Старый дом», театр «На левом берегу», театр «Кукол», театр «Красный факел» и театр вот наш под руководством Сергея Афанасьевского. Добрый вечер, дорогие дамы и господа! Сегодня на этой сцене для вас выступает новосибирский, академический, молодежный и не очень дуэт каламбуристов «Шуры-муры каламбуры» или «Мы ищем нормальное название». Мы получили приглашение, очень обрадовались этому. Спасибо большое. Пришли, чтобы встретить друзей, пообщаться, потому что мы вроде как бы в одном городе находимся. И я думаю, что наш номер будет абсолютно понятен для каждого, который актера, режиссера, ну, не принципиально кто. Главное, что человек имел отношение к театру. Даже зрителю будет понятно, я думаю. У нас номер такой кукольный, шуточный чуть-чуть. В общем, мы прям работаем в своей специфике. Это черный кабинет и куклы. Но куклы – это она не совсем обычная кукла, которую привыкли видеть, ну, там, в театре кукол, что это конкретный уже готовый образ. Это куклы из частей нашего тела. Это тоже для нас был такой небольшой эксперимент. Мы все друг друга знаем, все коллеги, все из одной отрасли, поэтому приятно даже просто находиться здесь, чтобы увидеть всех остальных, посмотреть, что другие принесли. Это какой-то такой небольшой обмен опытом, знакомство и просто поддержание связей и просто поздороваться со своим другом, который работает в другом театре. Вот. Аплодисменты.